то вы принимать базу Б. На смоком закрывается Флейми, но это не останавливает ни Мигу. Там уже первого забрали только что ЦЗшки. Пытается выйти через смок. Лолипоп его встречает Флейми. Лес уже тоже показал себя. Шанса взять этот раунд практически нет. Однако, не будем забывать, так, что это Simple. Он может? Нет. Все-таки не пошел капитан команды Na'Vi. Набайтил на Simple. Тот забирает одного. Да тут же Джейо. Ну, может Егорыч здесь на одном пятачке раздать. Смотрим. Возможно, это именно тот момент. Первый пошел. Бомба выпадает. Нет размена. Немига дальше подключается к этому выходу. 3 в 3 ситуация. Флейми все еще живет за Б3. Выигрывает очень много времени. Там стяжка уже идет достаточно активно. Егор! Солид здесь делает минус по МДС. Может забрать еще одного. Однако Спидак все-таки раскрутился и удалось сделать минус в ответ. Спидак забирает перфект, перфект сжигает презрительно Джио. 15 секунд до конца. Бомба на руках у Спидака. У выходящего через ковры будет информация. Десант от Лолипопа тоже готовится. Уже 10 секунд на таймере. Перфекта забирает Джио. Бокс на размене играет. Simple раскрутился на одного. Также его забирает все-таки Лолипоп. Электроник только сейчас включается. 4 секунды до конца этого раунда. Бумач включился. Забрал одного, но бомба на последней секунде поставлен. Спидак играет через плен. Пытается как-то через угол выйти на свой хедшот, но нет, Бумач его съедает. И два игрока в церкви. А что по инфе? Почему спиной принимает? Нет, все-таки меняет позицию. Бумач его словили. Флейми здесь один. Не боец. Его сейчас просто разорвут с двух сторон. Делает минус, однако МДС. И в этом раунде снова ранний выход на банан. Simple попытается удивить соперника. Там пока что он смоком закрывается. ХП полетели неприятные. Посмотрите на ХП. 15-51 и 0 уже у Simple. 5 на 4. Сбривает также Бумыча. И неужели раунд заканчивается? Все это зависит от Флеймича, который остался на точке Б. Забрал только одного бокса. Пытается также сбрить МДС, но тот выстоял. Еще и Молотов. Опять же, не самый удачный. Simple находит минус. Он вынужден идти на плюс В. Дальше еще одна флешка промах от Simple. Где же электроник в этой ситуации? Уже нигде в следующем раунде. Simple играет на одного. И нас вот подсадочка может сработать. А тут еще прошивается смок. И в ответ тоже попадает в бокс. Пошел дальше. Внутри плента. Там есть два игрока команды Немига. Но этот выпад скорее был душно. Начинается заход. Два парня за Б3. Уже, возможно, нежильцы. Джио и бокс. Этого Simple не ожидает. Ой-ой-ой, как же! Так, есть минус по одному. Дальше жить нужно, выживать. Как-то флешка полетела через верх. Нужен саппорт электронику. Нет, забирает его Лолип. Игроки атаки. Еще одна флешка. Перфекта пытается играть с диглом. Там слепой первый выходящий Джей. Он на перфекта не успевает выйти. Тушится Молотов об этот смок. Электроник забирает одного. Уже неплохо. Пытается выйти на Лолипопа. Но слишком много оппонентов за... Ну и вот он заход. Прямолинейный, достаточно с гробов. Бумыч забирает двоих. Отличная работа. Бокс, будучи даже красным, разменивается. По Флейми пока не было информации. Уже есть, потому что ХЕ летела с двойки. Пытается выйти МДС. Это минус бомба. Там сьется еще смок. С другой стороны, перфекта помогает Флейми. На одного раскручивается. И уже перфекта над. И выход под флешку. Начинается заход. Электрон первого не пропускает. Откидывает под себя флешечку. Нужна срочно хелпа. Хелпа достаточно далеко. Нужно не миги разменяться. Электроник. Выбито, на бортике валяется, Спидак не может выйти, еще и Молик под себя получает, в итоге сгорает электроник, минус 4. Так, увидел. Замечает одного, бокс, выход. Пока что на больших песках электроник не показался. Второго видит. Все еще и надежда на эйс жива, на самом деле. Электроник все-таки прочекал его, это минус 5 от Дениса Шарипова. Скан на базе. Да, но Симпл уже успел притянуться, минус голова МДСа. 2 на 4 ситуации, Спидак и Лолипоп все-таки попытается выйти через банан, но 10 секунд до конца этого раунда. И минус от Саши, еще один. Бойствовать. МДС пытается заимить, убирает там Лолипоп Флейми. МДС еще до сих пор живет. И как же долго его тут убивает команда Na'Vi только после убийства. Ну все, Na'Vi здесь все вроде контролирует, все нормально. Перфекта получает в голову. Электроник забирает Спидака, остается последний Джио, ставит хедшот по электронику. Ну и Перфекта забирает Джио, и команда Natus Winzer выигрывает. Ты обратил внимание сразу? Но дальше. Ну, бокс на самом деле не доиграл. Прав. Оттуда Дениса, да. Застыть за гробами. Выход первого забирает МДС. Нет пока что размена. И врыв от Спидака уже не пережить, потому что пикающего авика. Коврах это очень опасно. Его могут найти. Нет, он, но... Simple, конечно, даже будучи красный, выходит. И это какое ощущение, ты знаешь, смотришь. Нужно сыграть вместе. Спидак закрывает Бумыча выходящего. Нет пока что синхрона у команды Na'Vi. Быстрая библиотека тоже показывается. Минус от бокса. МДС помогает перфектно. Раскручивается вместе с Simple, но... Это такой парень, с которым я бы не шутил. Есть по нему информация, но и понимает. Положение. Вот если смотришь на карту, такое ощущение, что это 2 в 5. С точки зрения стабильности, к Саше вообще претензий нет. Человек пытается ворваться, взрывается эта позиция. Лолипоп спрей! Одного только забирает Бумыч. И как же играть дальше? Минус по библиотеке. Электроник. Один против всех. Первый пошел. Есть патроны, есть девайс. Делает еще один минус. Нет, МДС. Ну, Алексей, я тебе хочу сказать, что у нас сегодня... Жара? Бумыча. Флейми врывается на мидл и перестреливает Спидака, выпадает бум... Два уже от него, и от Лолипопа остался только Флейми. Кто там, выживет или нет? Пока непонятно. Террористы Флейми! Это не форсбайт, а эко с одной флешкой с одним смоком.
Как это произошло? Он в прыжке его убил? Ну, вот такая сгоба. Почему нет? Ташка еще одна летит, там не слепые, не мига, но при этом не выйти. Еще один прыжок уже без зуба. Сюпла залетает еще на МДС. Этого МДС в итоге с этого окна. Бумыч пытается зайти в спину. Это удивление для команды. Не мига забирает одного лолипопа дальше. Ищи ХАИ у нас летит. Минус МДС. Находится на центре. Бумыч замечает голову, не попадает в итоге. И спидак по нему тоже. Так, есть дефузы, напоминаю, но нет раскидки. Нужно дефузнуть и потом уже играть. Слишком открыто, Бумыч в итоге будет сидеть. Про не фейкуют! Спидак не пикает соперника в итоге на раунд для команды Na'Vi, хотя он был таким мертвым. Красивая. Некоторых игроков, да, она красивая, но некоторых может отвлекать, например, игроков. Я слышал о том, что вот, ребята не покупают себе, например, очень яркие скины. В упоре, ловит хороший тайминг, забирает МДС. Ну, кстати, Баксаун в упор не читает. Было более, у Na'Vi не так все хорошо по экономике. В итоге Electronic очень грамотно сыграл. И до авика. Мает зигбокс. Ой-ой-ой, какая флешка! Ну как же бокс слепой просто его сбривает без шансов. Миги пока ближе к мидлу. Ой-ой-ой, Electronic находит минус, нет размена. Его просто пушат. Только через окно перфекта полуслепой, но все-таки кого-то нужно забрать. Нет, Lollipop под собой чекает. Лифлейм играет дальше. И... Кстати, пока не было флешек, Немига пытается только сейчас выйти, но Саша, будучи слепым, отлететь вообще без шансов в этом смоке. Electronic играет, забирает одного Джайо. Дальше его там развалили, потому что... Так, выход на Симпла на центр, тот справляется с одним, еще попадание было по голове. Бумыч забирает красного бокса после... В дефолте там у нас кто сидит? Это Electronic. Должен убить, да, без проблем забирает спидака. Также выход против второго. МДС брим. Не перфекта, Бумыч, нужно поторопиться. Открывается МДС на лонг, и здесь был готов к этому флейме. Джио может? Не может. Смотри, Зиг должен выйти, Electronic переспрейвает все-таки. Одного, это был бокс, 36 хп остается у него. Прыжок, Симпл к этому вообще не готов. Пока замечает одну голову, и тут же спидак, боже, как он жестко попадает с этим авиком. 13 секунд, он может на самом деле залишать этот раунд, если убьет бомбу. Находящийся еще далеко, пытается там Lollipop пройти, 7 секунд до конца этого раунда, Немига уже его проиграла. Да, они не успевают поставить бомбу. Так, тут еще перфектор раскручивается, МДС, бокса забирает, и третий тоже отлетает. Бумыч пока на бочке. Или под ней сейчас находился, может отойти спидак, его видит! На флейме, но отлетел, тут смог не оптимальный спидак, использует это для себя, минус по Electronic, выйдет и Симпл на размен. По первому информация есть, и чел там на гусе, а также, скорее всего, в плинте. Спидак не прощает, кроме того, что он сделал здесь квадрокил. Дальше стоит на своем, и тут же его забирает Симпл. Джио, как же там не залетает по голове. Хаешка там неплохая еще от бокса, разогрела. Боже, такой путь для Немига, выход через верхнюю тэшку, все втроем, это интересное решение, но тут уже... Кровавая шатва от Бумыча. Он забирает одного Lollipop, пытается выйти на размен, забирает Симпла в итоге в пленте. Но очень много времени ребята тратят. Там были дефузы или нет, не знаю. Lollipop в итоге ликвидировал Бумыча. Последний остался. Electronic тоже упал. Это будет дефуз. Пока нет. Спидак уже может отлетать. Его вырезают здесь через бочки. Бумыч! Na'Vi может быть. Кто кого увидит на радаре. Симпл в итоге отлетает, и гусь тоже читается. Перфекто. Нужно тащить такое. Выход первого не смог пережить, а там еще и тоже заметили. Electronic тоже будет помогать. Что вообще залетает? Lollipop еще убивает перфекто. Бомба там хоть успела выйти, да? Бумыч в итоге идет на размен, но нельзя погибать. Там уже с другой стороны заходит к нему противник. Спрей против бокса залетает, но МДС приходит на размен. Банки. Сразу смотрю на радар. Идеально, наверное, было бы засейвить, но Джио идет до конца. Одно нужно упомянуть, только если у тебя есть большинство за защиту. Вот, убили одного, но пакет там горел. Ставит бомбу Electronic. И Симпл, конечно, против такого дуэта сложно выступать. Бокс не нравится, забирает Electronic. А как же на мужика дальше действует? Сигареты от Симпла. Выход будет, слепым забирает бокса. Дальше работы не последовало, потому что был... ...ходящему через бочку. Так, тут начинается... Lollipop, минус 2. Смока для того, чтобы закрыться. Вот большинство команды Немига в итоге спидак забирает перфекта. Симпл играет на размене. Как-то нужно до бомбы еще дойти. Есть время. Контролит Симпл, но еще одного читает, что его не среагировал. Симпл пока тут играет. Два минуса от него. Ой-ой-ой. Все. Все, раунд. Знаешь, ты такой нагнетаешь ситуацию. Да! Выход. Сейчас. Смок. Два в два. Бомбу очень острая два ситуация. И... Так, не тейк. Заход, Джио, хороший угол, делает минус по флейме, дальше нет прохода, МДС делает минус, все закрыто. В мясорубку попала команда Na'Vi и... Ну, перфектный Симпл делает по неплохо. Минусу 2-3, можно да, побороться. Образом. Слышали, летит Симпл, разворачивается, забирает одного, в итоге никто не выходит больше, Симпл тоже дергает перфекта вместе с ним, минус от спидака. Последний остается перфекта, крутится, вертится, пытается убить над собой, но бокс смог его ликвидировать, это будет дефуз, 15-11. Вот тиммейта. Так, на гусе. Уф, какая вертуха залетает от Электроника. Lollipop дальше будет играть. Одного закрывает, спрей против второго залетает, но не на убийство. Электроника не смог перестрелять и... Да, Na'Vi пока не выходит, флешка уже полетела, Симпл закрывает бокса. Но в итоге Джио отвечает на перфекта, Флейми находит его в смоке.
Так, дальше нужно смотреть за Лолипопом. Тот за бочками, минус бомба. Пытается выйти, дать небольшой флэби. Есть размен. Электроник на Зиге находится. Соло. Так. Какой-то передроп. Тит. Бокс его должен забирать. Да, в итоге слепым. Закрывает Бумыча. 5 на 4. Что уже будет дальше происходить у команды? Перфекта. Пытается выйти за испанским. Спрейт по одному. Не было инфы. Он пытается выйти, забирает одного. В итоге 1 на 1 остался. Симпл за плентом. Смок тоже помогает. Там же бомба на Зиг стоит. И как же МДС будет искать последнего оставшегося бойца? Саша переключается на пистолет и выигрывает раунд для Нави. 15-15. 16-5. Ой-ой-ой-ой-ой. Альфа. Рассматривается длина, но спидак его сбрювает оттуда. Тут же Джио подключается. Две палки сейчас будут бить по Бумычу. И хватит ли у него сил для того, чтобы убить одного из них? Да, в итоге 1-1 остался. Спидак будет с пистолетом выходить на него, потому что Авик все еще на руках. Бумыч за плентами. Как же играть спидаку в этой ситуации? Он промахивается, и Бумыч пускается в эту погоню и тащит раунд. Понятно, как там играли. Спидак не попадает. Красный симпл, прекрасный. Джио, простите, Лолипов, конечно же, изи для него. Делает два фрага, вероятно, еще и Саша тоже заберет. Два АВП в этом раунде было у Немиги. Молотов за спину, Перфекта забирает первого. Где Флейми? Нужна поддержка. Перфекта в итоге двоих ликвидирует. Симпл должен тоже врываться через двери. Симпл там еще и убивает Лолипопа. Спидак тоже падает. Минус бокс. 18-18. Дальше смотрим. Пиксель там залетает, и уже два минуса. На Перфекта идет выход, тоже по одному не стоит играть. МДС, и Перфекта стоит дальше, убивает еще и третьего. Работа будет на спидака. Флешки нет, на длину. Первый пошел. Да вообще, как-то по раскидке Нави решили просто сыграть быстро, академично. У них это не получилось, им просто уже обломали зубы. Спидак делает минус, Флейми отвечает по Лолипопу. Не мудрено, бокс по молоту пытается выйти. Электроник слепой был, но все-таки смог перестрелять. Как же Элик тащит. Только сейчас выдвигается игрок в спину. Спидака нашли, МДС находит Бумача, все-таки смог перестрелять, но не ожидал Элика с АВП. 22-20, команда Нави побеждает, все-таки выживает в этом БО3. У нас будет третья. По мейну, а против него играет Бумыч. Так, симпла забрали. Бумыч тоже открывается пока что без минуса. Перфекта забирает. Бумыч тоже падает. Как? Последний остался электроник на дефолте. Как-то нужно сыграть против МДС и бокса. И одного убивает, тоже отправляет. Так, и еще одного опорника. Возможно, сейчас получится. Убивает электроника. Наконец-то Джей. О, Нашка полетела, забирает он Флейми. И до размена дело не доходит. И только сейчас врывается Бумыч через пристройку. Перфекта вместе с ним забрали. Они вместе противника. И симпл. Перекрестный огонь. Симпл закрылся от короткого. Тут выходит длинный бокс, находит его. Спидак идет первый. 15 хп, как там даже... Ну и по Джио была информация, да, что убили не того. В итоге, ой, какие проблемы у Симпла. 16 хп после игрока защиты. Он пытается выйти, забирать перфекта. И Саша в ситуации 2 на 1 здесь не смог. Через пристройку здесь два игрока на базе. Спидак попадает по Флейме. Лолипоп закроет девяточку. Молик внутрь плента. Перфекто погибает. Электроник. Дальше выйти как-то сбривает спидак Симпла. Бумыча только что не прочекали за красным вентилем. Он еще забирает второго, там помогает Перфекта. Джейо, где же ты с калашом? Только сейчас на одного раскрыта С. 38 секунд до конца, ему нужно как-то вытащить это. Просто подумать о том, что соперник ушел в вентиле, и нужно дочекать, дойти до этого фрага. Да, легко получается. МДС. Потов, да ладно! О, не удалось удивить в итоге Перфекта, тот его забирает, спидак вышел на размен, но потерял поддержку от Джейона, сразу три минуса, четвертый залетает от Лолипопа, он поддерживает в этом выходе, и как же получилось поломать сейчас, ой-ой, Бумыч замечает одного, попадание есть по нему, электроника в итоге не прочекали, он убивает одного, ой, какие тайминги, Джейо разменялся, Бумыч, там выйдет спидак сейчас, и это будет удивление для Симпла, скорее всего, спидак убирает его. И он еще так чекал, на самом деле, его четко, там, такое ощущение, что знал спидак, Сома залетает по электронику, но в итоге не сыграл в такой ситуации. Лолипоп убивает Бумыча, нужно еще найти перфекта, он забирает только одного в этом выходе, замечает бомбу, электроник врывается, только на одного тоже хватает спидак, играет с АВП. Эффект электроника играет на размене, спускается вниз, спускается в погоне, просто куда? Джио! Разворачивается, убивает Элика! Важнейший момент. Не попал, Лолипоп! Часть Флейми. Бумыч убирает Флейми, забирает одного, 20 секунд до конца этого раунда, выход через вентиль от бокса. И это минус. Команда Нави 15-15. Это топы! Пока до фрага дело не доходит, но главное, получили информацию. Врыв через пристройку. Спидак снимает перфекта. Бумыч не жалел. Действует за синим вентилем. Не убивает никого. Флейми второй волной делает два минуса. Можно еще одного забрать? Нет. Тут вопрос, ожидает ли его соперник или нет. С этой девятки. Так, спидак нажимается. В итоге бомба. Выход мейн. Электроник в итоге тащит раунды команды Нави. Третий минус.
Ну, кстати, не спешат пока что Немига, но времени где-то не так вот много остается. Минус бомба. Есть же гранаты, на ходу мог бросить гранаты. В итоге ставится бомба за ракетой. Он фейкует! Боже, какой лол! Что? Ну, брат, ну ты ж знал, где тип! Чекает ракету. На спуске забирает перфекта. Бок забирает электроника. 3 в 2. Надо тащить этот раунд команде Немига. Ну, конечно, есть смог еще на бомбу. Или в короткий она полетит, вообще непонятно. В итоге Simple с Абиком делает минус по лоли попу. Там уже бомба довольно сильно будет тикать. Нужно дефузить ее. Вырывается или нет у нас флейби Simple. Да, минус дефузер. И Джио тоже падает. 19-16. Команда Нави все же побеждает в этом триллере. И Simple сделал фраг только что. Я не помню, сделал ли он в предыдущем раунде, но, в общем-то, Флейми поставил точку в этом раунде.